В кассе где-то $200. Забирайте. Помогайте. Да-да, достаточно. Где мы? Что? Сынок, нам проблемы не нужны. Просто забирайте деньги. Не нужны мне твои деньги. Где мы? Ну, это трасса 31 рядом с Элейн. Что за Элейн? Штат какой? Арканзас. Что? Мы в Арканзасе? Боже. Долбанный Арканзас. Телефон есть? Прошу вас, у нас дети и внуки. Внуки? А фотки покажешь? Мне насрать, дай мне телефон. Сынок, я не знаю, что творится, но... На нас охотятся, вот и все. Но у вас есть оружие? Да, для самозащиты. Алло? 911, что у вас случилось? Да-да, тут бойня. Приезжайте срочно. Повторите, сэр. Тут в лесу устроили бойню и поубивали всех нахер. Это в особняке. Простите, сэр, я не очень... Особняк. Да загугли и все. Сейчас я не могу войти в угол. Послушай, мы очнулись в лесу с кляпами на замках. Сэр, мне нужен адрес, где вы... Дать тебе мой адрес в Стентоне, Нью-Йорк? Я после работы пошел в бар, и я ничего не помню. Мне что-то подсыпали. Всех нас накачали чем-то. Вот ты откуда? Вайоминг. Орландо. Черт, короче, слушай. Нас собрали со всей Америки и свезли сюда, чтобы нас убить. И они все еще пытаются. Они пойдут за нами по дороге и придут сюда в любую секунду. Хорошо, где вы находитесь? Я на заправке. Пожалуйста, отследите звонок. Конечно. Отличная идея, сэр. Мы просто отследим вас. Ждите. Хорошо. Мы скоро приедем. Хорошо. Что они сказали? Сказали, что едут. Слава богу. Дай мне тоже. Сам возьми. Сынок, опусти пистолет, а то ты на взводе пальнешь случайно. Не пальнет. У меня дома 7 пушек. Зачем? Что? Зачем вам 7 пушек? Закон о самообороне. По конституции я имею право на это. Чтобы обороняться в случае, если на меня нападут, как сейчас. Ясно? То есть, все, кто у вас стреляют... Следует тому же праву, что и вы. Что ты несешь? Будет ли успокоение после этого? Она в порядке? Да, конечно, все хорошо. А ты как? Какого хрена? Ты в порядке? Принеси ей воды! Что с ней такое? Что с ней? Черт, нет. Блять. Принесите ей воды, может, у нее диабет. Боже мой. Зачем было бардак устраивать? Что? Я не буду убираться. Гори в аду! Я не верю в ад. Как ты красноречиво написал в своем посте, я безбожная элита. К сведению, придурок. Глобальное потепление и правда будет. Вырубай вытяжку, милая! Принесу швабру. Прости. Извини.
Что? Ничего. Да ну, милая, скажи, что не так? У него обручальное кольцо. Он чудовище. Наверняка даже черных словом на «Н» называет. Причем не просто дома, а даже в самом Твиттере. А ведь эти люди выстрадали целых 400 лет угнетения в руках предков этих ублюдков. Эти люди? Прости, черные люди. Афроамериканцы. Милая, это... Что за чванство, Юрий? Их уже давно можно снова называть черными. И кто тебе это сказал? НОР. Которая почти полностью состоит из... белых людей. Мы просто хуже всех. Прием. Ответьте. Иду. Вы там? Да, мы здесь. Мы порешали троих. Молли, Моузеса и мистера Нытика. Да, отлично. Свобода одного стрелами из тыкала, а потом гранатой в клочья. Жесть. Короче, там снежок идет в вашу сторону. Будет через минут 5. Вы там готовы или нам задержать ее? Справимся. Не нужно. Мы готовы. Отлично. Она безоружна. Можете поразвлечься. Вас поняла. Конец связи. Милый, это же яд! Ты содовую отравила? Нет. Но в этой бутылке 43 грамма сахара. Господи, Миранда, напугала-то как. Я не буду извиняться перед тобой за заботу.